Добрый день, дорогие друзья. Хотел вам рассказать такую проблему, как и показать, как перезапустить BMS-контроллер на аккумуляторной батарее. Вот купил недавно такую бэушную батарею и проезжал где-то километр, давал больше газу. И она, БМС-ка, уходила в защиту. И для этого приходилось подключать зарядное устройство, чтобы перезапустить. Надо было пешком идти, доехать домой и включить в розетку аккумулятор и перезапустить БМС-ку. А вот сейчас посмотрел в интернете и так, и сяк. И, ну, я, конечно, дилетант в этом деле. Вот сейчас показываю, как перезапустить БМС-ку. Видите, когда ушла защита, получается 16 вольт. Там, а вот мерил батарейку там, ну, все ячейки вместе, то получается 40 вольт, а вот на БМС-ке показывает 16 вольт. Вот взял вот такой выключатель маленький, сделал там отверстие. Сейчас я буду клеить его, припаивать два проводочка, простеньких проводочка. Вот кнопочку так, чтобы еле-еле заметно, чтобы ну, ненароком не нажать в поездке или само, чтобы нажалось. Ну, чтобы там замкнуло мне, блин, бо слышу в интернете, там фейерверки бывают, капец. Вот сейчас беру просто проводочки, припаиваю, ну, простые проводочки, там, тоненькие проводочки. Получается, выключатель только на замыкание, не там включать и выключать, а просто так на, как сигнал. Просто нажал и отпустил на долю секунды. На долю секунды. Вот это самое методом тыка и эксперимента. Пару раз там вспышки перед глазами замыкало, конечно. Купил я, короче, набор 352, 36 вольт. Ручка газа с вольтметром. Контроллер какой-то китайский, я так и, ну, я очень мало знаю про эти наборы. Ну, вот посмотрел в интернете, очень много наборов, и вот решился по нормальной цене, очень даже недорого, где-то, ну, 5000 гривен. И вот, ну, заспицевал колесо там. Короче, намучился с колесом, ну, капец полный просто, с калькулятором тем, так и, ну, нормально купил спицы, заспицевал. Самая большая проблема отцентрировать колесо. Ну, я потом покажу, если вам понравится, и вот я вам покажу, как это сделать. Так, вот сейчас вот смотрите, вот БМС-ка в защите, 16 вольт, 16 вольт. Вот так она показывает уже на велике, 16 вольт. БМС-ка пошла в защиту. Берем вот так вот подключаем, видите. А там получается вот на БМС-ке есть B минус, S минус. Вот я включил сейчас. Вот замкнул вот эти два контакта на долю секунды, не намного, на долю секунды. Замкнул, и оно вот перезапустило БМС-ка. Я сам в шоке был, что вот так вот получилось, и не надо никаких там батареек с транзисторами, чтобы специально как, ну, запаять, чтобы прям в ячейку там лезть, вот там включить или там вот батареи вроде нормальные и БМС-ка тоже нормальная вот так вот так что вот смотрите вот 40 вольт и вот кнопочка маленькая рестарт.
Все, спасибо за внимание. Ставим лайки, не подписываемся. Это я вам просто показывал свой лайфхак, как вот перезапустить батарею. Так что, ну, спасибо за внимание. Ларивидери. Пока-пока.